2016 год – очень знаковый год для страны. Прежде всего, это год культуры, год 75-летия начала Великой Отечественной войны. А для ветеранов, педагогов и учащихся Пинского государственного аграрно-технического колледжа имени Клещева – это еще и год 70-летия со дня образования колледжа. На протяжении всего учебного года здесь идет подготовка к этой знаменательной дате. Одним из памятных событий стала закладка аллей Туй, которую организовали учащиеся 4-го курса, выпускники этого года. Порядка где-то, наверное, 40 лет назад, это 80, чтобы я не ошиблась, где-то 83-е, 90-е годы, вот были посажены ели вокруг нашего главного корпуса. Да, и видите, как приятно, все любуются, какие они прекрасные выросли, огромные. Вот мы теперь хотим такую же продолжить эту же традицию вместе с нашими учащимися, и будет посажено 70 туй. 70 вечно зеленых туй в честь 70-летия колледжа были приобретены за счет средств, собранных четверокурсниками и высаженными ими в подарок юбилею учебного заведения. Мы высаживаем сегодня туи, чтобы оставить след от нас. Может быть, когда-нибудь придут дети сюда, мои, и будут учиться в этом колледже. Присутствует некая там жалость, то, что заканчиваю такой хороший колледж. Буду, безусловно, по нему скучать. И даже не хочется заканчивать. Колледж стал моим вторым домом. Здесь очень много положительных моментов, очень много приятных встреч и знакомств. В сердце каждого из этих ребят годы, проведенные в колледже, останутся доброй памятью. А памятью о них и обо всех благодарных учащихся, которым аграрно-технический колледж дал путевку в жизнь, станет в будущем этот живописный уголок.